Следственный комитет обнародовал видео допроса подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова. На опубликованных кадрах участники разбойного нападения рассказывают, как ограбили пенсионера и расправились с ним. Напомню, преступление было совершено 9 июля в доме ветерана в селе Леуза Кигинского района. Накануне стало известно о задержании подозреваемых. Ими оказались 41-летний односельчанин жертвы и 32-летний житель Челябинской области. Ну и как выяснили следователи, приятели узнали, что пенсионер хранит у себя крупную сумму денег и решили ограбить мужчину. Он начал обыскивать зал. Обыскав зал, громко шумел. Ну и также подозреваемые признались, что оглушили пенсионера, ударив тяжелым предметом по голове, и от полученных травм ветеран Великой Отечественной войны скончался. Злоумышленники обыскали дом и нашли деньги, ну а после спрятали их в лесу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий пакет с похищенными деньгами изъяли. Сейчас оба подозреваемых ждут суда.